в Северо-Восточном государственном университете провели субботник. Студенты убирали не только прилегающую к вузу территорию, но и общежитие, храм в честь святой мученицы Татьяны и даже двор по соседству. В политехническом институте вынесли строительный мусор из лаборатории полезных ископаемых. Для проведения субботника студентов освободили от занятий. Инвентарь для уборки выдали. Университет, конечно, обеспечивает ребят всем необходимым инструментом. Это и грабли, и лопаты, и перчатки. То есть студенты у нас могут рассчитывать полностью на все обмундирование. Более того, после проведения субботника они будут накормлены в нашей столовой студенческой. Поэтому ребята с удовольствием, мотивированные сегодня вместо занятий, так сказать, идут убирать территорию. Участие в уборке территории добровольно. Тем не менее, наиболее активных учащихся ждет поощрение, отмечают организаторы. Как рассказывают сами студенты, они с удовольствием принимают участие в субботнике. Конечно, это является неотъемлемой частью, я считаю, вернее, неотъемлемой, а важной частью обучения нашего. Почему? Потому что все-таки очень важно убираться, если мы мусорим, особенно студенты, все, что здесь намусорено, это из-за студентов все-таки, которые курят, как бы это все важно убирать. Очень важно. Иначе будем жить, как говорится, как в хлеву. Чтобы не загрязнять планету, да, там экология, все дела, вот. Ну, субботник, как обычная весенняя приборка. Я не знаю, почему его решили провести сейчас, но я думаю, это полезно для универа, сплочение коллектива. Ну и, в принципе, освобождение от пар тоже не помешает. Ну, хотелось принять участие, чтобы помочь в уборке территории, так как это важно. Очищать природу от всяких загрязнений. Также наша территория в этом без исключения.